потолке гипс лежит на потолок. Ошибочно считается, что 9,5 мм это потолочный гипсокартон. Вообще это неправда. Это гипсокартон для арок, для того, чтобы гнуть его, он специально тоньше. А на потолок как раз таки нужен 12,5. Если ставить 9,5, нужно дополнительно ставить обрешетку. Это старая обрешетка, я уже говорил об этом. И я ее ломать не буду, я просто сейчас уровнем отобью линию и возьму по максимуму вверх. Ну вот я взял ее так самопритык под эти брусья. И что у нас получается? Там она выходит как раз вот на пробки, счетчики. Вот эту конструкцию мы разбирать не будем. Вот они везде стоят. За них мы будем крепить профиль. А чтобы оно такое ветхое не было, мы вкрутим сюда длинные такие шурупы, саморезы. Прижимать их не будем, просто закрепим, чтобы они давали вниз достаточно тут пару. Один здесь, допустим, один здесь. И этого будет достаточно, чтобы усилить эту всю конструкцию. Крутить буду на вот такие шурупы. По идее должно хватить. Окей, счетчики оторвал, хватило провода немножко назад. Можно было бы гипсокартон прикрутить к этой, но не знаю, может быть и прикрутим, будет видно, короче. По технологии не рекомендуется, потому как будут трескаться швы. Но это в панельных домах, в многоэтажках, там да, согласен. Они имеют раскачку, то есть постоянный шат. В деревянных же домах этого нету ничего. Поэтому я думаю, что здесь можно крепить. От этой до этой, от этой
Старайся как можно к концу туда мерить. Через верх запускай. Закончили прикрутку профилей, в общем, на вот это вот, опять же, вот все эти зазоры пришлось ловить, что здесь потолок ниже, здесь вот оно видно, да, по креплению профиля, он здесь выше. Все это пришлось ловить, ушел день. Ну и сейчас останется поперечным вместе стыка листов с этой стороны, ну а здесь я буду крепить гипсокартон уже к этим направляющим, потому что это не каркасное строение, шатов у него не будет, трескаться ничего здесь не будет. Второй лист будем прикладывать уже сюда и до тудова. Сейчас надо будет размерить, где там получается стык и поперечные планки приделать.